цените друг друга, уважайте друг друга, относитесь друг к другу с уважением. Если бьете, то бейте так, чтобы человек потом не мучился. Вот наша воинская добродетель. Не надо калечить человека. По глазам не бить. По шарам не бить. По ушам не бить. Куда бить? Ну вот куда. По хребту бей. Ваш там панцирь черепаший. Окей, ребята, хватит, молодцы.